Там мы уже на центральной набережной Вроцлава. Вот такие прикольные кресла. Люди сидят, расслабляются. И здесь, конечно, уже утро пошире, побольше. Такие интересные фигуры расположены возле музея. Не знаю, что они обозначают, но прикольно. И вот такая красивая набережная. Очень много пенсионеров. Самое интересное, я вообще не вижу, чтобы возле домов сидели бабушки. Ну, вообще старички. Они все гуляют по набережной, в Вроцлаву. Сидят в кафе. Катер с пальмами катает людей. Вот такие птицы. Там еще такая кафешка, люди сидят на шезлонгах, расслабляются. Такие даже самые маленькие собачки обязательно на поводке. Продолжаем прогулочку по центральной набережной. Очень активное движение. Сегодня праздник, людей очень много, конечно. Снимать сложно. Отстанет. В 16 часов было последнее отправление, и вот за 90 минут стоит 20 злотых нормальный билет. На таком катере, вот он на фотографии. Телефончики есть, можно зарезервировать место. И можно взять нормальный целый день кататься, да, 3 рейса, 12, 14 и 16 по 90 минут. Стоит это всего-навсего 25 злотых. Бегаем до воды.
стари влітку мамоку. Не віде на очі. Такая красотень. Такое впечатление, вроде ты идешь по набережной какого-то морского курорта.